Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть. Часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру. Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть. Часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру. Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть. Часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру. Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть. Часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру. Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Команды начинают эту игру. Поехали! Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Потеря. Все, в оборону. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Джемерсон. Тилеманс. Тут просто подарили мяч сопернику. Какой удар! Далеко от ворот проходит мяч.